В следующем году на программу 7-20-25 выделят 100 миллиардов тенге. Об этом заявили в Национальном банке. Там также сообщили, что для большего охвата граждан льготной ипотекой были пересмотрены некоторые условия. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза. Остальные же параметры жилищных займов остаются неизменными. Программа 7-20-25 была запущена в 2018 году. На тот момент общий объем финансирования составил 1 триллион тенге. И из этой суммы по состоянию на сегодняшний день выдано 64 146 льготных займов на сумму более 850 миллиардов тенге.